С вопросом уличного освещения в нашу редакцию обратился житель улицы Вокзальной Михаил Караман. По его словам, примар города обещал провести свет еще в прошлом году. Да и устно он тоже лично Михаилу давал обещание. Я говорил Филиппу и по телевизору, и так он сюда приезжал. И бесполезно. Вот уже год почти будет, как он говорит, я проведу. И вот по сегодняшний день нету. А люди жалуются. Лично я не обращалась, но другие жители обращались по этому поводу. Свет, конечно, нужен. Обязательно. Потому что детки бегают маленькие, ноги можно сломать. Это факт. И очень много собак ходят здесь. Чужих, не только своих. Поэтому в темноте хоть их увидишь. А так ничего не видно. Дети действительно боятся выйти на улицу в темное время суток. Благо сейчас стало темнеть позже, и дойти до магазина теперь не так страшно, говорит 10-летний Валентин Чебан. Фонарей нету, ничего, и до магазина пока не дойдешь, оно темно. А там, где магазин, уже освещение есть и видно. Но раньше тут тоже, где железная дорога, были фонари, было видно, и мы могли идти. Даже я на велике быстро так съезжу, чтобы не боялась. Проблема с транспортом и продуктовым магазином, как и обещал примар города, была решена, за что жители улицы руководству города очень благодарны, говорит Светлана Тулуш. Спасибо огромное. Помогли нам с транспортом, с автобусом. Мне помогли перевезти этих детей. Ну, хоть бы, а теперь, не знаю, улица, еще бы было освещение, вообще была красота. Ну вот, если будет, это будет хорошо. Вам что-то говорили? Да нет, в принципе, мы же не писали официально. Ну, он так засмеялся, говорит, ну, посмотрим, этот вопрос будем решать. Глава города утверждает, разговор действительно имел место с жителями Вокзальной. Только вот проблема будет решена в рамках проекта по освещению всего города, а не частично, что, собственно, и говорил он жителям. На данный момент идет проектирование, технико-экономическое обоснование на освещение города, но уже известна предварительная сумма, это 300 тысяч евро, которые предусматривается затратить на эти цели. Поэтому основной проблемой является это контрибуция, то есть вклад самих жильцов, потому что этот вклад должен составлять не менее 5%. Это означает, что жильцы приобретают за свой счет фонари, примария города производит монтаж кабеля, монтаж фонарей и впоследствии будет оплачивать всю эту электроэнергию. По словам Сергея Филиппова, сейчас город освещен на 45%. В течение 2 лет в рамках проекта при участии жителей планируется осветить еще около 30%.